Всем привет! Вы смотрите канал Данила Кулеша, и это дополнение к предыдущему видеоуроку, в котором я рассказывал, как же вставить видеозапись рефлектора в рамку для iPhone. Сегодня поговорим о том же самом, только для iPad. Поехали! Давайте начнем с шаблонов, которые будут доступны в описании под этим видео. Это два цвета версии iPad mini и два цвета iPad версии 2.3.4. Собственно, я уже создал проект, создал новую секвенцию. Давайте экспортируем на верхний самый слой видео, которое я записал с iPad 2. И на нижний, я думаю, начнем с вами с версии iPad mini белого и черного цвета. По своим размерам они идентичны, просто единственное, чем они отличаются, это черный и белый цвет. В описании вы также найдете все координаты, это position и непосредственно scale. Выбираем само видео, переходим во вкладочку motion и здесь пишем 978 538 и 142 с половиной. Вот, и собственно я сейчас немножко перейду назад, там где рабочий стол нормальный, мы видим, что довольно-таки все красиво получилось. Ну и собственно на iPad белого цвета все точно так же. Давайте продублируем слой запись с рефлектора, перенесем его опять же на самый верхний слой и экспортируем на таймлайн iPad версии 2.3.4. И собственно же выбираем запись с рефлектора и здесь с вами меняем position на 1015. Здесь мы ставим 540, и в scale мы ставим 145. Ну вот как-то так я вижу это все дело на iPad версии 2.3.4. Вы, конечно, можете поменять это, сделать меньше, сделать больше. Я даже сделал это все на заднем фоне немножко зеленым цветом, для того, чтобы можно было ориентироваться, когда заканчивается непосредственно, когда изображение полностью перекрывает экран данного iPad. В описании я оставлю ссылку, как же сделать такое же самое с iPhone. И также в описании вы найдете опять же ссылки на вот эти шаблоны iPad версии. Также в комментариях пишите, какие вы хотите видеть еще видео уроки по монтированию обзоров или каких-то конкретных видео. И также такой небольшой анонс, вскоре мы начнем делать видео уроки по Final Cut Pro X, думаю, будет всем интересно. Ну а на этом собственно все, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ставьте лайки под этим видео, всем спасибо за просмотр, пока!